Андрей, ну как в той песне, первый тайм мы уже отыграли, в твоем случае отстояли. Наверняка есть возможность посоветовать Валере, как там в воротах стоять, потому что ну, работы было действительно много. И ну, так, наверное, вы еще никогда не играли с таким количеством моментов. Не, ну с таким количеством моментов мы играли. Это вот, недавно можно вспомнить и матч с Шахтером, полуфинал Кубка Украины. А так, что советовать? Валера все знает и сам, как бы, нас тренер каждый день говорит нам, что мы должны делать, как мы должны это делать. Он говорит, что мы это все умеем делать. Главное быть сконцентрированным, внимательным, и тогда все будет получаться. Ну, в любом случае, даже контрольный матч на ноль приятно, и тем не менее, ну, все-таки сразу же чувствуется, если убрать за скобки Шахтер, там, тоже игру с Ворсклой, что это будет совсем другая история в премьер-лиге, вот, играя с такими командами, как Заря. Конечно, чувствуется сразу уровень соперника. И они намного быстрее передвигаются, намного быстрее накрывают, перемещаются. Поэтому, конечно, все намного быстрее. Поэтому оно как бы немножко тяжело сейчас поначалу будет. Но мы вкатимся, и все будет нормально.